Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев, и в этом уроке я вам хочу показать простой виджет, который позволяет делать rotate любой картинки в Adobe Muse. Rotate, то есть поворот. Вот сейчас вы видите, при наведении мыши у нас срабатывает поворот. Возможно, виджетов таких много, но данный виджет меня заинтересовал тем, что он прост. Там просто нужно прописать любое название «Graphic Style» и добавить в «Graphic Style» любое ваше изображение и назначить ему, в принципе, любые эффекты. Помимо поворота можно сделать, чтобы еще картинка увеличивалась. И ничто вам не мешает стандартными способами на картинку повесить, например, ссылку куда-нибудь. Давайте перейдем в Adobe Muse и рассмотрим данный виджет. Итак, данный виджет, вот он, не имеет картинки своей внутренней. Просто вот такие вот кавычки, скобочки. И давайте посмотрим настройки. Первое поле Image Graphic Style. Здесь по-английски любое какое-то слово можете прописать. Я просто букву GGG написал. И все, в принципе. О Graphic Style сейчас чуть позже поговорим, если кто не знает. Итак, вот это поле. Это у нас продолжительность перехода. Здесь стрелочками вверх-вниз можно управлять. Следующее поле, вот это задержка перехода. То есть изображение, вот сам эффект прокрутки, rotate и увеличение, например, будет происходить с задержкой. Стоит по умолчанию 0. Дальше тип перехода. В принципе, я все просмотрел варианты, особой разницы не заметил. И дальше масштабирование изображения, то есть увеличение изображения при наведении. И последнее поле rotate. Это, то есть, насколько повернуть изображение. Вот я сейчас выставлю, например, 6. И чтобы у нас сработал эффект на нужную нам картинку, вы запоминаете то, что вы написали в Image Graphic Style. Дальше, на ту картинку, на которую хотите наложить эффект, вы ее просто выделяете, кликнув по ней левой кнопкой мыши один раз. И у себя в Muse находите стили графики, вот такой пункт. И вот здесь внизу кликаете «Создать новый стиль». Появляется вот такое слово «стиль». Два раза левой кнопкой мыши кликаете по нему, и вам нужно сменить название на то, которое у вас прописано в виджете. Вот здесь вот имя стиля и «ОК». Вот, в принципе, и все. Давайте посмотрим, как все работает. Вот вы видите, картинка медленно движется. Медленно, потому что вот здесь стоит двойка у меня. Я здесь ставлю 0.4, например. Побыстрее немножко. Так, вот здесь, например, поставлю 30. Посмотрим, как повернется изображение. Вот вы видите, да? Изображение уже так явно поворачивается. Часто такой эффект можно видеть где-то на сайте. Например, я сейчас вот здесь поставлю 4. И должно еще теперь увеличиваться при наведении. Вот, видите, да? И крутится, и увеличивается. Но, наверное, это слишком много. Поставим 2. Увеличение на двойку. И вот так вот уже поменьше увеличивается. В принципе, можно настроить более тонко. Сделал 1.1 и увеличивается вот так. Немножко края обрезаются. В принципе, если будет фотография, это будет нормально. И их будет несколько у вас в ряд. Типа, например, галереи, да? И такой просто сопровождающий эффект красивый. Картинка будет немножко увеличиваться. Также поворот можно сделать чуть меньше. Повесить, например, какую-то ссылку. И у вас уже, в принципе, какая-то галерея. Вот, в принципе, и все. Виджет такой простенький, неплохой. Можно использовать на своем лендинге. Данный виджет, как всегда, вы сможете скачать на моем сайте. Ссылка будет под этим видео. Увидимся в следующем уроке. Наверное, трудно представить себе современный лендинг-пейдж, сделанный в Adobe Muse без сторонних виджетов. А где же их взять, спросите вы? Специально для вас я подготовил пак качественных и самых востребованных виджетов. 121 виджет ждут вас. Всего в два клика вы сможете скачать абсолютно бесплатный потрясающий виджет, например, меню для мобильных устройств, несколько вариаций мобильных меню, уникальные слайд-шоу. Всевозможные эффекты с текстом,
круговой прогресс-бар. Маска с текстом и многое другое. Чтобы скачать виджеты, перейдите на мою страничку, адрес, который вы видите у себя на экранах. Просто впишите сюда свой рабочий электронный ящик и нажмите на кнопку «Забрать виджеты». К вам придет письмо с подтверждением вашей электронной почты. Обязательно подтвердите, иначе виджеты не придут к вам на почту. Второе письмо придет к вам автоматически, где вы сможете скачать 121 виджет. Делайте лендинг-пейдж, делайте их круто.